В Москве премьера песни. Мы подумали о том, что у всех времен и народов есть свои гимны сексуальной революции, а у Russian почему-то нет у Russian. И мы решили написать гимн российской сексуальной революции. Скажите, зачем вы сгубили природу? Люди, скажите, зачем развязали террор? Портите воздух, поганите пашни и воды. Как вам не стыдно, позор вам, великий позор. Скоро на нашей земле не останется места, где бы не шла эксплуатация недр и масс. Лучше бы люди как следует заняли секса, а все бы побольше бы было бы пользы от вас. Давайте же им заниматься, ночью раз 15-17, и себе на работе и дома, пути у друзей и знакомых, да мало ли радостных мест, короче, да здравствует секс! Люди, скажите, зачем вам разборки и войны? Гопы, скинхеды, маньяки, менты, криминал. Мы заявляем, что это людей недостойно. Мы заявляем, что час искупления настал. Вам напомнить о долге и чести. Время пришло вам исполнить великий наказ. Всякий заняться как следует ласковым сексом, чтобы побольше бы было бы пользы от вас. Давайте же им заниматься. 15-17, везде на работе и дома, пути у друзей и знакомых, мало ли радостных мест. Короче, да здравствует секс! Шагают на дело. Жадный хозяин голодом морит раба. Как это все надоело. Люди, очнитесь, иначе придет вам труба. Так, не пора ли нам за руки взяться и вместе, а выйти на улицы, площади, Войцкий плац, и заняться как следует ласковым сексом, а чтобы помочь
тобой, чтобы было бы больше. Давайте же заниматься на дню раз 15-17. Везде на работе и дома, пути у друзей и знакомых, на улицах, скверах, вокзалах, за пультом, рулем, штурвалом, на крышах, балконах и стенах, в доме Мстанков и Мартенок, на скирдах, на башнях таков, в дверях и распахнутых окнах, да мало радостных мест. Короче, да здравствуй, царь! Короче, да здравствуй, царь! Москва благосклонно, да, утверждаем этот гимн, да? Как гимн Российской Федерации. Да? Да. Давайте решение, план съездов. Да, принято, да. Еще что-нибудь там. Ну и на...